Так, ребят, необычное видео. Давайте расскажу, в чем история. Значит, разрешил человеку покурить в машине. Покурить не электронку, не айкос, а ну прям сигарету. Хотя нет, наверное, под ковриком должно остаться. Да, вот. Видите, вот это пепел. О чем идет речь? Значит, как бы аккуратно человек не курил, то есть, естественно, он не прожег салон, у него у самого АМГ-шный Мерс. Но тут вопрос в чем? Вот он едет, он открыл окошко. Он знает, куда нужно ближе держать сигарету для того, чтобы... Давайте я вам покажу. А, ну вот, видите, опять же. Он знает, где нужно держать сигарету, возле какой части окна, для того, чтобы вакуумом высасывало вон туда пепел, он улетает и не успевает залететь обратно. То есть он улетает вот туда, его высасывает туда, вот, а потом поток воздуха заталкивает сюда давлением поток уличного воздуха, и в теории пепел должен был улетать мимо. Но не всегда так получается, особенно когда на больших скоростях, там немножко по-другому все работает. Вот. И у нас как раз и получилось так, что когда человек сидел в машине, и мы ехали, ну, там, со скоростью, допустим, 120, не успевает этот пепел улетать. И, соответственно, этот пепел засасывает обратно вот сюда, и попадает он ему под спину. То есть потоком воздуха загоняет этот пепел вот сюда под спину. И этот пепел вот сюда вот впечатывается. Я, к сожалению, уже очистил. То есть вот здесь плечами пассажира был пепел впечатан вот сюда. Вот. Ну, естественно, этот пепел... А, ну вон, видите, по-моему, его хорошо видно. То есть он везде. Он по всей машине, абсолютно. Вот это вот все пепел. Вот так вот, ребята, аккуратненько можно покурить. Да, не испортится сиденье. Да, человек аккуратный, не прожег. Но вся абсолютно машина в пепле. Сейчас я включил кондиционер на максимум. Но, боюсь, мне сейчас придется еще пылесосом поработать, чтобы чуть-чуть привести машину в порядок. И все это время, которое будет потрачено, я не на линии. Смена идет, смена куплена. И деньги теряются.